Вот номер клиники, сама клиника. Тут очень дешево делать прививки, очень дешево покупать препараты, которые необходимы для собак, там всякие там Headguard, вот это вот все от блок, там от всего, очень тут выгодные цены. Это как это государственная клиника и очень дешево. Вот мы за прием за две вакцины всего $32 заплатили. В прошлый раз делали две вакцины, и что мы еще делали? И глистовали его. Мы заплатили что там $24. В общем, ребят, обратите внимание, вот номер прям вы видите. Если кому-то надо, кто в Сакраменто. Вот так вот можно спать, ребятушки мои дорогие. Особенно, когда сильно хочется, даже сидя, но не ложиться. Стич, ты спать думаешь? Нам пришла другого вида коробка. Вот от Фактор она называется. Тут, наверное, какие-то скидки внутри. Ну да, тут типа... Какая-то фракция, вон 100% чего-то там, в общем, 5 оф на что-то, не суть важно. Коробка стоила нам $15, мы за доставку заплатили, это фрибокс тоже. Вау, это такая толстая штука. Фрибокс тоже, видите, сверху тоже лед лежит. И тут готовая еда, вот такие вот коробочки с какой-то едой. В общем, посмотрим. Сразу, видите. Только, так я понимаю, нужно разогреть. Вот, например, курица мне попалась. Курица и там что-то спаржа какая-то. В общем, вот такие вот разные-разные коробки. Их тут 18 штук разных. Тут тоже спаржа. И грибы какие-то, не знаю. Брокколи, рыба, пюре, помидорка. Вот что у нас. Грибы, брокколи. Не знаю, что это красное. Наверное, тоже рыба. Если греть надо, рассматривать. Тоже вот девчонка не сработает, как советую. Взяли попробовать. Тут какие-то макароны, биточки, в общем, тоже брокколи. Да, надо понять, что это правильное питание сделано. Поэтому такой брокколи много. Картошка и курочка. Ну, в общем, за $15 таких 18 готовых обедов, по-моему, прекрасно. Мы попробуем. Вообще не подписан, конечно, можно почитать, из чего состоит, вот, видите, порт написан, вот свинина с картошкой, а это ground beef, вот, видите, этот, как ее, бифта, говядина. В общем, как-то так, ребят. Такая вот куча еды получилась за $15, но это как фрибокс один раз, ребят. Дальше там такая коробка будет стоить на $130 в неделю. Вот так вот. Ну, во всяком случае, так было на сайте написано. Как на вкус, я вот разогрела это пюре, салмон и цветная капуста. Ну, на вид нормально. Сейчас попробуем. Смотрите, ребят, вот так вот выглядит тебе Максимку. Максимке один из боксов выложила. Салатик, картошка и свинины кусочек. Вот, еще соус вот он с ним был. Ну, по-моему, ничего. За $15. Макс взял себе очередную порцию. Это, короче, курочка на гриле. Рис, да, там какой-то вид снизу. Ну, в общем, не знаю, каша какая-то. И зеленый green beans. Зеленая фасоль, да. Фасоль зеленую у нас папа употребляет за всеми. Друзья мои, посмотрите, какая у нас классная погода на улице. Просто какая-то фантастическая. Идем домой. Ездили по делам с Витей. Сейчас пойдем со Стичулькой погуляем. В общем, день начинается. Вообще, вы знаете, сейчас такое сложное время. Как бы, с одной стороны,
тебя есть твоя жизнь, в которой ты живешь. С другой стороны, ты понимаешь, что у людей как-то так все не очень хорошо. С третьей стороны, ты пытаешься родственникам помочь, вытащить их. Но, однако, ребят, нужно находить время и радоваться жизни, потому что жизнь одна, ее нужно жить. Виктор Николаевич, как у вас дела? Я говорю, как у вас дела? Нормально. Нормально. Сейчас мы Стичу увидим. Стич. Выпускай гулять его. Выпускай Кракена. Кракен. Кракен, выходи. Выбегай, Кракен. И попкой. Стич. Иди сюда. И попкой. И ко мне, и к нему. Пошли на улицу. Привет. Привет, друг. Привет, попка. Привет. Как твои дела? Как твои дела? Ты за мной скучала? Ты скучала за мной? Писать хочется. Что ты? Вставать не хочется, да? Так а какой вставать? Спать я пора. Не... Нам-то спать. Вставать, говорит. И глазки вверху, да? Кто вставать будет, да? Кто будет вставать? Хватит его Бобом называть. Кумом Боба и папа. Он уже скоро отзываться начнет. Стичун. Бобушка. А, вставай. Давай. Шевели своим задом. Нет? Не хочешь? Куда я не пойду, говорит. Куда ты меня отправляешь? Не понял. Я еще тут не належался, я еще там не покусал. На улице прям весенняя погода, да, сынок? Весна. Солнышко такое прямо светит, прямо в глаз. Друзья мои, мы приехали в Микуни суши какие-то с друзьями, с нашими, в общем. Микуни Джапанис. Очень здесь такая приятная обстановочка на плазе. Сейчас мы Микуни Джапанис, да? Мам. В общем, сейчас вам покажем суши. Суши, ребята. У нас все семьи любят суши. Ресторан, не суши-бар. Я вот что-то кофту не взяла. Так, ну что, вон они, Микуни. Там уже очередь. Идем. Вероничка с детками. Витенька.
маленькой денежки пошел снимать. Вот так это выглядит, видите? Банк Wells Fargo. В нем у нас все карты кредитные. Вот. Так что пошел снять денежки. Народу так много. Ну, банк на самом деле еще открытое, времени немного. 7 часов всего вечера. Хотя видите уже как потемнело быстро. Ребят, приехали в такой магазинчик, где распаковки от Амазона, да? Ну, вроде как так. И вроде как мебель, он сказал мне. Там все. Там все. В общем, там все. Чего? Смотри, диски какие-то. Диски какие-то, да. По 8 баксов. Ну, кстати, ну это же дорогая, дорогие вещи. Ну, вот это просто тумбочка обычная. Интересно, сколько она? Тут написано $195. Как бы не дешево. Ох, а сколько такой диванчик, пап, смотри. Какой коричневый? 699 баксов. Ну это нормально. Нормально, такой похоже мягенький такой. Но мне тут больше нравится. Да, мне вот этот больше. Да, коричневый. Мне как-то не хочется коричневого, мне серенького хочется. Да. Даже посветлее, чем этот. Но он не этот, да? Он электрический, почему? А, откидываются у него все. У него просто и тут тоже две. Они одинаковые, пап, цвет разный. Да, да, одинаковые просто цвет разный. Чуть... Вот еще смотри. Нет, этот я не хочу, этот обшарпанный будет быстро. Да, это тоже. Ну, это цена вообще 150 баксов. Тоже. С этим что случилось, папа? Неужели его кто-то купит? Ему уже плохо. Как будто его коты подрали. Ну. Смотри, тут есть и мебелюха, какие-то столы, стулья. Ковры. Какой-то ламинат. Тоже так видно, что подразобрано, да? Ну, вот там, видишь, подрошат. Ну, он и стоит $60. Знаешь, если ты только приехал. Ну, вообще. За стулья. Слушай, вот эти стулья бы нам на балкон. А, слушай, за 4? Нет, за $475. Ну, вообще, это недорого. Это ничего, ты. Кстати, скамья тоже от них идет. Стулья такие нормальные. И скамья тоже от них идет, смотри. Более-менее. Ну да, я не знаю, скамья. Скамья идет. А, да, бенч. 4 стула и 1 бенч. Что там, папа? Я не знаю даже, что это. Ну, какая-то строительная что-то. Ламинат, тут, видите, есть, ребят. А, вот смотри, плитку можно фартук хороший. На кухне. Видите, всякая распаковка, что только нет. Вот ковры лежат. Интересно, почем ковры? Нам сейчас ковер не нужен. Ну, не нужен, но вообще. $193. Ну, она ушатанная, пап, она вся подряпанная, как это. Я бы такую не хотела. А где новенькая? Так это стирается. Смотри. Я знаешь, как будто подошва черкнул. Угу. Не знаю. Ну, а что это, не знаю. Это фу, гадость. Сама. Я бы не купила себе. Новая, а, это сушилка. Ага, не закрывается. Ну, да. Угу. А, и он бы купил себе. Крючок сломанный. А, ну да. Зато за 639. Его поменять нужно. Да тебе ничего не проблема. Не знаю, это убитое все. Ну, это тоже сушилка. Холодильничек. Ну, это знаешь, что, в трак. Ну да, в трак. А это, наверное, кухонная мебель? Да. Шкафчики, да? Ну это ванну, я знаю, зеркало. Вот это вот. Что, совсем? Или еще ничего? Да не такое. А, ну даже смотри, есть такие навесные. Можно прям набором купить. Это набор, скорее всего. По цвету похожие. $115 шкафчик. Холодильник. Мойка какая-то малюсенькая такая. Для инструмента. Вон смотри какой.
Прикольно. Продано написано. Продано уже все. Пикап написано, это забирать будет. Сколько? Бумажные полотенца, ребята, перевожу. Не знаю, $2 штучка. Недорого, конечно. Что, это кровати, что ли, или матрасы? Матрасы, наверное, что вот матрасы. Вот это матрасы, да. Ну что матрас стоит? 503 ритейл, и наша цена 315. О, king size. А, у нас в Калифорнии king. У нас в Калифорнии king size. Еще больше, да. У нас еще больше. Но 315 это недорого. Недорого. Ну, какого он качества, не понятно. Ну, походу на пружине. Видишь пружинки? Такая люстра, люстра, лампа. Слушай, ну диван мне прям понравился. Да? И мне, я прям опять к нему вернулась, походила и пришла. Ух ты, он такой мягенький. Но он на электронном управлении. Ну да, тут эти выдвигаются подножки. USB, да, здесь можно заряжать телефон. Но меньше, чем наш. Меньше, да. У нас еще серединка есть. Угу. Берем? Так а куда его сейчас ставить? Топ туда, куда делать, зачем? Вот так вот, ребята, не покупаешь, а потом жалеешь. Ну а куда ты? Даже какие-то вещи есть. А, ну это не, ну, такое, подростки, да? Подростки, да, наверное. Даже уж у меня попа небольшая, то на меня маленькая была бы, наверное. Такие. Своеобразное, конечно, детство. Но это детское. Детское. Угу. Вот даже, видите, совсем на младенчиков есть. Картридж, что ли? Полотенечки. Кичен тауэл. $5. Какие-то сумки есть. Ну, просто было интересно. Мне из всего, что тут было, девоньки, понравилась одна вещь. Тот диван, который серенький был. Где наш Виктор Николаевич пропал? Ну, даже вон какие-то бижутерии. Ну, своеобразное, конечно, все, ребят. Что-то есть действительно по какой-то выгодной цене, а что-то, конечно, так. Ну, подожди, подожди. Какой-то шустрый. Стой, 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 стечу. В парк приехали с монстриком. Уже тащит, такой сильный стал. Витя его вроде старается так возле себя. Все, он уже понимает, где он. Уже он, у него такой характерец проявляется. Тихо, аккуратно. Господи, боже ты мой. Good, thank you. Good. Beautiful day outside. Yes, yes, that's true. Yeah. Have a good day. You thank too. Что, погони динозавров этих, а? Ну-ка, Стич, посмотри, какие индюхи ходят. Стич, ты видел индюх? Ты ж только ходил там дома. Ну так, новое место. А ну, отцепи его, он их погонит, нет? Пометить. Стичуль, сюда иди наверх, глянь, какие две ходят. А ну-ка посмотри, что они там делают. О. Да, я тебе о чем, Стич, ты посмотри, какие там ку-ку-ку-ку-ку две. Что? Что? Мы с ним пойдем далеко сегодня, нет? Да, я не знаю, может тут по полю побегаем. Та трава такая отросла нехорошая. Что это за такие занюхивания у тебя? Можно и пройтись. Пойдем. Кривобокий наш. Ты еще не все описал? Я здесь хозяин. Кто такой красивый пришел? Кто? Кто такой красивый пришел? Что, давай тебе пить,
такси. Ты как год не пил. Не как будто ты только что из дома. То есть напился он, пап, он так. Все. Пришли к части, где водичка. Товарищ дотопал так уверенным шагом уже. Да? Ну, конечно, все надо, все интересно. Народу так много. Ну, речка мелкая. А что она мелкая? Посередине не мелкая. Ну, сейчас обмельчала, обычно, но больше. Блин, люди же купаются, смотри. Где? Да, вон купаются. Это тут летом ледяная вода, не то что сейчас. Че-то ты не бегаешь, ты так бегал, бегал. Побежали? Давай. Такой за ним посвистел. Сел старичок-боровичок. Идем дальше.